Во Владивостоке подведены итоги конкурса проектов, направленных на бережное отношение к животным. Мероприятие проводилось среди воспитанников различных образовательных учреждений. Всего до финишного этапа добрались 23 участника. Изначально заявок было более 100. Среди работ были сценарии тематических, образовательных или профориентационных мероприятий, концепции видеороликов, которые хотят создать организации, или уже готовые фотографии, которые в дальнейшем разместят на стендах для проведения выставки. В городе делаем достаточно большое количество проектов по пристраиванию этих самых холостиков и лавочек, чтобы не обрели свой дом, и все ваши проекты, которые мы отсмотрели, которые сегодня вышли в финал, они ровно об этом, о том, что мы любим, мы заботимся, и мы дальше будем продолжать это делать. Участники презентовали свои проекты, после чего жюри определили победителей, которым предоставят грантовую поддержку. Теперь неравнодушные жители смогут реализовать те инициативы, которые готовили для конкурса. Такое важное и большое дело. Ребята, вы большие, все молодцы. Кто вообще сегодня пришел, вы уже сделали огромный вклад. Все заявки раскрывали темы бережного отношения к животным, о том, как им оказывать помощь, а также о популяризации идеи брать собак и кошек из приютов. Отметим, что конкурс проходил впервые при поддержке администрации Владивостока в рамках проекта «Животные города В». Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.